Да я, блядь, желать лучшего, блядь. Вчера как ушли, нахуй, сегодня только вернулись на старой позиции. Пидорасы вообще заебали. Ну, ясненько. Поговаривают, хотели перекинуть в Краматорск, нахуй. Отказались все, нахуй. Заебали в руки, ебались, нахуй. Да у нас, блядь, еле, я говорю, потом я просто скажу, приеду, блядь, какая техника. Все, что рекламируется, здесь этого нету. Здесь просто убитая в ноль просто техника. Из 5 БТРов, например, вот, на 3 не поворачивается башня. У одного дуло задирается и тут же падает. У другого, нахуй, там 8 колес на нем. Там раздатка, чтобы все гребли по всей грязи проезжали. У нее не работает. Вчера одного из нашего, блядь, за 300 его, нахуй, Сашку там одного, в ногу попал осколок. Из Тверских уже 2, короче, увезли в больничку с ранениями. Слушай, ничего там не говорят, когда закончится это все? Блядь, не знаю, Юль, мы новостей вообще не знаем. До нас вообще, блядь, полковники, нахуй, по 6, по 7 дней не приезжают командование вообще к нам. У нас есть старлей, один и тот сам, блядь, не знает, он, блядь, пошел, чтобы сына не забрали, он пошел, нахуй, воевать. Такая хуйня.